Я сейчас буду рисовать некоторые фигурки. Только, пожалуйста, да, те, кто знает решающую задачу, пожалуйста, не вмешивайтесь, а дайте другим тоже насладиться. Это очень простая и очень симпатичная картина. Значит, вот она первая фигурка. Лучше нарисовать себе. Так, вот это у меня будет фигурка. Вот. Вот такая, господа, фигурка у меня сейчас. Интересно, догадались вы уже или нет? Да. Какая фигурка будет следующая? Там у меня косая, да? Где косая? Здесь? Нет. Ну, косая, потому что я рисовал просто, ребят. Не определяйтесь. Какая фигура следующая? Квадрат без... Не то? Не квадрат без? Да, говори. Говори смелее. Треугольник. Что треугольник средний? Ну, треугольник разрезанный. Так, замечательно. Ваша версия? Так, отлично. Пожалуйста, выходите. Я на самом деле жду. Пожалуйста, я жду не картины. Я жду, когда кто-то скажет, что он понял принцип. Так, а почему вы так думаете? Ага. Хорошо, а это что? А это? А это? Ну, молодец. На самом деле она разгадала. Единственное, надо сказать, что принято девятку писать не так, а принято писать девятку все-таки вот так, на конвертах. Может быть, вы знаете, есть такая штука, почтовый индекс, да? Сейчас это в основном электронной почтой люди пользуются, так что редко-редко приходится конверт написать. Но, смотрите, вот она, девятка. Если закрыть вот так, то будет один. Если убрать здесь половинку, будет два. Здесь убрать будет три, здесь будет четыре. А здесь будет девять. А здесь восемь, а здесь семь, а здесь шесть. Да, это осевая симметрия. Половина этой фигуры при отражении относительно вертикальной оси дает вторую половину, и получается вся, да? Понимаете? То есть, заметьте, при осевой вертикальной симметрии вот происходит такая замечательная вещь.